Так, друзья, вышел я вроде бы на свой профилек медный. Сейчас по нему походим немножечко. Поищем. Сегодня, наверное, поеду повезу. Медь сдам. И чтобы медь не лежала мертвым грузом, она растет медленно. Наверное, деньги вложу в акции. Я уже открыл счет. Вчера вложу малость. Посмотрим. В акции вложил Сбербанка. Медленно, наверное, растут. Если кому интересна эта тема, могу делать по ней отчеты, какой прирост и так далее. Так что пишите в комментариях. Так, ну пока черные сигналы. Это вот здесь труба такая, ну пусть она стоит. Оставим ее на потом. Тут у меня вот такая плюшечка выпала. Плюшка такая хорошая, литая, тяжелая. Нормальненькая. Берем, конечно. Друзья, какой-то здесь металл хороший. Хороший, но под корнями здесь. Пытаюсь достать, что-то тяжеловато пока. Кирпичики тут валяются. Я тут уже копал. Да, друзья, начало неплохое. Такая штуковина. С сапогом. И там вон еще вторая лежит. Вот она. Корнями там все проросло очень тяжело. Идет. Ну, сейчас попытаюсь. Все. Вырвал я вторую. Нормальненько так. Даже не знаю, брать с собой или оставить пока. На обратке забрать. Ладно, пусть пока лежит. Блин, классный сигнал был, а тут жестянка такая. Да здесь все звенит. Здесь вот. Вот здесь вот. Буровая была. Стояночка здесь, я вам уже ее показывал. Здесь я медяху нашел когда-то. Вон там, блин, тот лежит. Тут я бегал вокруг. Но вот что-то эти кольца я пропустил. Вон тут все в кирпиче. Ой, я тут копался. Ладно, походим еще вокруг. Мало ли. Тут же, друзья, еще кольцо. Только уже поменьше. Такое. Сюда же. Заброшу в эту кучку. Блин, все кругом. И колечки, и земляничка он растет. Все звенит здесь, все. Добавил сюда еще пару шайб вот этих. Не знаю, пойду дальше. Хоть и небольшие, но зато такие литые кусочки-то хорошие. Еще по мелочи здесь нашел, отнес сюда в кучку, и все, надо отсюда уходить. Сюда надо идти так, копать на целый день. Пойду я туда, в тот район, куда еще не дошел. Там покопаюсь. Хороший сигнал, отличное железо, но я только вот штык только я до него добился. Пока оставлю. Если что, копнем на обратке или чуть позже. Копнул, друзья, сигнальчик. Баночка такая. Интересно стало посмотреть, когда ее здесь забыли. Присмотрелся. 2002 год.
И она только сверху так приржавела, но еще не сгнила. Считай, за 20 лет. А здесь в этом месте кругом тут вот разъезды, видно, что на гусянках здесь ходили. Я вот на пятаке стою. Какой-то пятак такой. Здесь и баночку нашел. Но сигнал, конечно, был шикарный. Ладно, дальше бежим. Дошел до этого своего столбика. Там арматурка вон стоит. Ой, обвязка, вернее, от столба. И тут находочка. И неплохая находочка. Дверная такая петля. Вон еще и гвоздь в ней остался. Замечательно. Еще, друзья, я тут закрутился. И вышел вот к этой буровой яме. Мы проходили, я еще вон там вот думал, что там труба. Это не труба, сейчас вижу, что это бревно. Ладно, возвращаемся на обратку. Только еще от ямы не отошел, вот она. Сигнал очень хороший. Ну и пластина вот такая. И пластина, ребят, смотри, какая приятная. Какой толщины. Грех такую не взять. Метре от нее. Битый, конечно, ржавый. Но неплохой такой уголочек. В копилочку. Опять вышел на эту стоянку. Ну, я знаю, бегал я вокруг нее уже 200 раз. Что-то еще хочется походить. Сейчас немножко с другой стороны похожу. Рюкзачину здесь вставлю на профиле. Потому что вот здесь я тоже медиахл находил. Покружим пока. Блин, ребят, ходил я тут. Даже тут тыкал, тут лопатой. Но этот сигнал что-то глубоко был. Вытащил я его. Сейчас вытряхну, посмотрим. Ну, друзья, пришлось мне поковыряться, а? Чтобы охрененное колесико. Буровое, блин. Как я его проворонил, не знаю. Еле достал тут из-под корней его. О, у меня еще там находки. Короче, пора мне это забирать еще в рюкзаке находки. Пилить до дома. Ну, а потом поедем медяху сдавать. Покажу вам цены какие. Ну, не знаю, на приемочку смогу зайти, нет. Не везде разрешают у нас снимать. Ладно, несем к рюкзаку. Яму благополучно зарыл. И тут рядом сигнал. Такой облом, а. Тросяра вон торчит. Которые нахрен не нужны. Друзья, пока выносил там металл к рюкзаку. Смотрю, красавчик такой сидит. В этом лесу я первый раз встречаю. Такой малышочка. Ну что, надо взять, попробовать его с картошечкой поджарить, как он будет, хоть первый красноголовичек. Так, друзья, такие вот находочки. Приятные на этом месте. Вот эта вот штуковина вообще летая. Ну и заберу по дороге еще те. Подосиновичек такой приятный. Чистенький. Заберем. Поджарим с картошечкой. Хоть и один, но зато хоть на пробу. Если здесь появились бы... Подосиновички, значит, можно идти на мои грибные места. Подосиновые. Чё, друзья, пока я дошел до сюда, до этой нычки, нагрузился я хорошо. Пожалуй-ка я ее оставлю и заберу в другой раз. Сегодня поедем медяху вставать. А еще до дома надо добраться. Иначе не допру. Двигаем по профилю дальше.
едем на Бельгум в Шрот медеху сдавать. Вот он и Шрот. Подождать 5 минут. Так, друзья, приехал из приемочки, сделал медеху. Ну и в итоге у меня получается вес брутто 17200, засор 0, нет-то 17200, хотя на домашних весах у меня показывало 17. Ну там домашние, это понятно. Цена у нас медяха 323 рубля 20 копеек и общая сумма 5559 рублей. Нормально. Это медяха вся, которую я нашел на буровых. Ну, на этом всем пока. Всем удачи. Нет. Удачи однозначно всем. Ну и до новых находок на копе.